Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И мы продолжаем наш обзор. Несмотря на то, что у нас были капельки дождя, мы метнулись в машину, но вроде бы, так сказать, непогода обошла нас стороной. Поэтому мы торопимся записать следующее видео с показом любимых малышей. Да, и вот здесь есть новиночки. И не только новиночки, но и стариночки. Это у нас перевыпуск. Я думаю, этот платок вам хорошо известен. Это у нас сады Шираза. Сады Шираза и художник Татьяна Сухаревская. У меня есть один колорит этого платочка, и я очень им довольна, мне он очень нравится. Смотрите, какой приятный, красивый малыш. Выполнен он в таких, знаете, восточной тематике, что соответствует названию. И очень, вы знаете, очень хороший, приятный платочек. Здесь у нас красивые яркие краски. Оранжевый, лососевый, красный. Посмотрите, какая интересная оригинальная серединка. С такими красивыми восточными вензелями. Весь такой, знаете, красивый, симпатичный платок. И давайте я вам его представлю. Это у нас сады Шираза. Это новинка. По-моему, до этого колорита такого не было. Вот, это у нас шерсть мерино 100%. Размеры 89 на 89. Шелковый, бахромой. Татьяна Сухаревская, сады Шираза. Пятый колорит, выпуск 06-03-24. То есть свеженькая. Вы посмотрите, какой это чудесный платок. Девочки, любой колорит выбирайте. Поверьте мне, вы не пожалеете. Замечательный платок, однониточная шерстяная ткань, очень теплый, очень уютный, красочный, яркий, красивый. Подойдет, я думаю, понимаете, он уместен во всех ситуациях, с любой одеждой. Он такой, знаете, универсальный, но очень-очень красивый и оригинальный, симпатичный. Посмотрите, здесь вот такой зоопринт у нас, да, такие пятнышки в таком интересном стиле, многими любимым. Нравится, нравится. Красивый яркий цвет, красивый колорит. Посмотрите, как он на шейке смотрится. Да? Можно немножко сместить акценты, поэтому платок можно не четко по диагонали его, так сказать, складывать, а немножечко увеличить, чтобы один угол побольше был, другой угол поменьше. И, в общем, наслаждаться и носить этот замечательный платок. Очень красивый яркий акцент. Да, давайте посмотрим, как на голове. Даже здесь не хочется выбирать серединку, да, не хочется делать подгиб, потому что действительно платок очень достойный. Понимаете, среди 89-х, ну вот, не хочется умалять заслуги других, другие платочки тоже интересные, но вот в творчестве Татьяны Сухаревской я считаю то, что очень-очень хороший платок. Очень красивый рисунок в таком восточном стиле. Вы видели до этого на серебряной водой, там один был рисунок. Вот сейчас вы видите другой рисунок. И если мы успеем, нам не помешает ни погода, мы покажем вам еще один очень красивый рисунок, тоже в исполнении Татьяны Сухаревской. Посмотрите, какая прелесть. А как сзади смотрится? Вот. Очень, девочки, обращайте внимание. И теперь хочу показать вот этот колорит замечательный. Сады Шираза. Это перевыпуск. Седьмой колорит. Он есть в наличии. Я помню, девочки меня все спрашивали, где можно найти. Потому что я однажды продемонстрировав, он очень понравился многим девочкам и хотели найти. Так вот, сейчас этот платок есть в магазине на проспекте Просвещения, дом 28 в Санкт-Петербурге, 25.02.20 год. Еще старое издание. Но тоже очень красивый платок. Вы знаете, в таких красивых тонах. Красиво смотрится. У меня такой платок есть, и я его с огромным удовольствием ношу. Размер 89 на 89, шелковый бахромой. Посмотрите, какие чудесные сочетания цветов. Достойный платок, красивые такие, знаете, пастельные есть тона. Такие какие-то коричневатые, золотистые, охристые. В то же время такой красивый цвет баклажана, каймы. Такое спелая вишня. Уж я не знаю, какие эпитеты можно подобрать, как назвать правильно цветовые сочетания, но достойный платок, очень интересный. Да, и да, обязательно. Оригинальность Павлово-Посадской мануфактуры. Мы видим с вами, что есть роза в ромбе. И это говорит о качестве и о том, что платок произведен
на Павлово-Посадской мануфактуре. Итак, давайте посмотрим. Вот так он смотрится, вот видите, какой он симпатичный. Я его ношу с огромным удовольствием, это моя большая любовь. Красивый, очень такой колоритный, со вкусом платок, вот понимаете, со вкусом. И подойдет многим, уверяю вас. И блондинкам, и брюнеткам, и шатенкам, и рыженьким, и зеленоглазым, и кореглазым, всем. Очень красивый платок. И он совершенно не смотрится как бы таким темным. Он смотрится красивый, благородный, красивый такой цвет каймы и всего остального наполнения. Ну, красавец, красавец девочки. Посмотрите, сзади. Так, следующий колорит. Посмотрите и выберите, обязательно себе приобретите. Сады Шираза – это замечательный платок, очень интересный, среди 89-х. Итак, 89-й размер, платок с шелковой бахромой, Сады Шираза, Татьяна Сухаревская, 10-й колорит. Дата издания 27.02.2020 года. Вот, еще старая этикеточка, но вот новинка у нас появилась, видите, красненькая. Ну и вот есть другие колориты, то есть появилось 3 колорита, до этого, по-моему, было 2. Если что, поправьте меня. И вот такой красавец зеленый. Ой, такой травянистый, густой, красивый цвет. И в то же время, посмотрите, как серединка яркая, насыщенная, а другой рисунок, да, который идет вдоль каймы, он такой более светлый, более спокойный, в золотистых оттенках, таких бежеватых оттенках. То есть красивое сочетание, красивая контрастность. То есть платок сделан вот именно в таком контрасте. Более яркая кайма и серединка, а остальное наполнение такое более светлое, воздушное, нежное. Таких приятных золотисто-коричневых бежеватых оттенков. Посмотрите, какая. А здесь посмотрите, какая серединка-то красивая, а? Вот на таком темно-зеленом вот эти пятнышки, они даже вроде как и неуловимые, вот понимаете, то есть они есть и они очень украшают, понимаете, вот придают такую оригинальность платку. Посмотрите, даже эти пятнышки не хочется закрывать, их наоборот хочется подчеркнуть, чтобы вот эта серединка была вот как-то так поближе, да, чтобы вот этот был контраст. Посмотрите, как красиво. А посмотрите здесь, как красиво уголок медальона оформлен. Ну, чудесные. Посмотрите, какие сочетания. Коричневые. Такой здесь даже какой-то лавандовый цвет, прохладный. И в то же время вот это насыщенное, темно-зеленое. Такая заливочка. А желтенький, прелестный. Девочки, очень красивый платок. Берите. Берите, супер. Вообще, такая красота. Я просто глаз не могу отвести. На сайте все по-другому. На сайте вы этой красоты не разглядите. Вот я вот этот 10-й колорит даже не разглядела. Честно. Вот. А сейчас при очной ставке я поняла и оценила всю прелесть и красоту. Поэтому, пожалуйста, приходите в магазин на проспект Просвещения, дом 228. Примеряйте, смотрите, выбирайте. Вот 3 красивых колорита. 5-й, 7-й и 10-й. В вашем распоряжении. Все, пожалуйста, торопитесь. А с вами была Анна СМИ на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. И сейчас мы с вами вам постараемся. Погода, прошу тебя, дай нам записать. Нам еще нужно минут 15. Вот, поэтому очень прошу погоду, чтобы не было дождика, чтобы мы показали вам в полной красоте все Павлово-Посадские изделия. Малыши, в следующей части покажем еще малышей. Все, не прощаюсь, до свидания, пока-пока.